Есть много людей, которые неустанно боролись за независимость страны. Одним из них был общественный деятель Алихан Бакихан, лидер партии «Алаш». Он служил стране и родной земле до конца своей жизни. Сегодня растет число молодых людей, которые продолжают идти по стопам деятеля. Алихан Нурмухамедулу родился в 1866 году в селе Тукраунской волости Каркаралинского уезда Семипалатинской области, ныне село Каратал Актугайского района Жезказганской области. Он видный общественный деятель, организатор первой политической партии «Алаш» и председатель автономного правительства национальной «Алашорды». Он был ученым-лесоводом, экономистом, историком, этнографом, литературоведом, переводчиком и талантливым публицистом. Алихан Бакиханов – заслуженный деятель во многих сферах. Его вклад в развитие казахского народа, пробуждение казахского народа значителен. Культура, литература, художественное образование – можно долго перечислять. Можно сказать, что это человек самый первый, кто изучал Абая. В нашем городе есть музей, содержащий архивные данные о деятелях Алаша. В этом здании жил ученик Абая Анияр Молдабаев. Исторический музей содержит свежие данные об Алихане Бакихане, оставленные им рукописи, фотографии. В этом году фонд музея пополнился документом, представляющим собой письмо разрешения на выезд из Семеи в город Омск, написанное собственноручно руководителем управления Семипалатинска Алиханом Бакиханом. В этом доме жили алашевцы Мыржах Абдулатулы и Алихан Бакихан. В свое время Гульнар Мыржахыпқызы поделилась воспоминаниями, в которых говорила, что они жили в Семее в 1921-1922 годах. «Мы жили в двухэтажном частном доме Анияра Молдабаева», — говорила она. «На верхнем этаже мы — семья Дулатовых, на нижнем — Алихан Бакихан со своей семьей». Сегодня мы стали свободной страной, обретя независимость, которую жаждали общественные деятели того времени. По данным Национального статистического бюро, имя Алихан несколько лет подряд было самым популярным именем в стране. Алихан Мухаммедкали, которому дали имя в честь лидера «Алаш», любит читать книги, играть в футбол и шахматы. Он является победителем областного городского соревнования по шахматам. «У меня есть мечта – стать писателем в будущем», – говорит он. Имя мне дали в честь одного из основателей партии «Алаш» Алихана Бакихана. Хочу служить своему народу, как Алихан Бакихан в свое время. В честь лидера «Алаш» Алихана Бакихана в нашей области названы 4 улицы. Одна из них находится в городе Семей. Улица в поселке Комсомольский названа в честь общественного деятеля. Малика Мухтарова, Аружан Толбекова, Анатолий Тернов, телеканал «Семей».